Доброе утро, мисс Питерсон. Извините, что беспокою с утра пораньше. Суд постановил, что вам необходим постоянный уход. Но я здорова. А это, боюсь, не вам решать. Суд назначил меня вашим законным опекуном. Что? Вам придется пройти со мной. Помните, я ваш помощник и друг. Меня зовут Марла Грейсон. Я просто желаю вам добра. Марла Грейсон. Потрясающая история успеха. В чем ваш секрет? Нет никаких секретов. Она запирает их в дома престарелых, распродает имущество, а часть доходов забирает себе. Мои услуги стоят денег. Тварь! Я твои причиндалы на мелкой терке нашинкую. Я насквозь вижу всего этого. Афер. Вон какое стадо дойных коров собрали. Их денежки текут на ваш счет. На руки прочь от Дженнифер Питерсон. У нее могущественные друзья. И они могут очень усложнить вашу жизнь. Насколько сильно усложнить? Здравствуй, Марла Грейсон. Ты мне не нравишься. Мы только познакомились. В мире есть два типа людей. Хищники и добыча. Проигрывать я просто не умею. Я никогда вас не отпущу. Ты влипла, детка. Я чертова львица. Аферистка.